если у них равны по три угла и по две стороны. Первого треугольника равны, соответственно, трем углам и двум сторонам. Ну так, наверное, не соответственно. Второго. Не соответственно. Ну, то есть. Ну, в принципе, есть два треугольника, у которых есть просто есть три угла и да. О, три угла и по две стороны. То есть они, но не написано, да, соответственно. Ну да, не соответственно. А может, они всегда будут равны. Да. Вот вопрос. Да. Построить пример. Следующая задача — это иметь.